Здравствуйте, меня зовут Рима Котловская, и сегодня я вам расскажу о маркетинге Greenway в гривнах. Сейчас у нас идет период с 9 декабря по 9 января 2020 года. Компания Greenway примерно 1 балл будет стоить 36 гривен, и активация в 50 баллов, которую необходимо сделать, будет стоить примерно 1800 гривен. За что нам платят деньги? Первое – это денежный бонус, это за личные баллы. За личные баллы мы получаем, ну, все, что свыше 50 баллов. Это x минус 50 умножить на 40%, и одна условная единица – это 15 гривен умножить на 15. Это денежный бонус. Он выплачивается нам еженедельно по четвергам. Помимо этого, за личные баллы нам платится еще и товарный бонус. Товарный бонус платится, если у вас больше 100 баллов. 100 баллов от 100 до 199 платится 10%. От 200 до 499 платится 20%. И от 500 и выше 40%. Отсюда делаем вывод, что если мы делаем 500 баллов, то мы получаем 40% в денежном бонусе и 40% в товарном бонусе. Это максимально для начинающего, что можно получить, сделать 500 баллов. Но в дальнейшем вы увидите, где еще можно получить больше. Например, за бонус наставника, который выплачивается также нам еженедельно по четвергам, вы получите. Что такое наставник? Если вы пригласили кого-то в бизнес, вы для него наставник. То есть 50 баллов, если сделал ваш партнер, вы получаете 20 УЕ, что эквивалентно 300 гривнам. Если человек сделал меньше 50 баллов, то это в процентах x умножить на 40% умножить на 15 гривен. То есть это бонус наставника. Что в нем уникально? Он выплачивается ежемесячно. И помимо того, еще есть волшебное слово компрессия. То есть если человек первой линии не сделал активацию 50 баллов, а во второй или в третьей линии сделал, вы сможете получить бонус наставника также. Лично-групповой объем. Лично-групповой объем – это когда ваши баллы плюс ваши баллы вашей команды составят больше 750 баллов, это будет уже 6% дополнительно, что это эквивалентно 675 гривнам. Если 1500 баллов, это 12% уже, и это уже 2700 гривен. Если 2500 баллов, это уже 18%, и это 6750 гривен. Но больше, конечно, мы говорим, когда человек становится лидером, это 4000 баллов, дает дополнительно 24% от команд, и это уже 960 УЕ или 14400 гривен. Что нужно сделать, чтобы получить, чтобы стать лидером? Это сделать 4000 баллов. 4000 баллов мы делаем первый месяц, вы открытый лидер, второй месяц подтверждаете закрытый лидер. Те, кто сделают лидера в декабре сейчас 2020 года, то еще смогут получить премию «Быстрый старт». Что это такое? Если вы открываете лидера в декабре, делаете 4000 баллов и выше, то вы можете получить еще 5 месяцев подряд по 200 УЕ или по 3000 гривен в месяц. Итого 15000 гривен. Это премия «Быстрый старт». Также мы получаем лидерское вознаграждение. Мы как авторские права можем получать вознаграждение за то, что научили человека зарабатывать. С первого уровня лидеров это будет 8%. Со второго уровня 6%, с третьего и четвертого по 5%, с пятого и шестого по 3%, с седьмого и восьмого по 2% и с девятого 1%. То есть здесь еще тоже волшебное слово компрессия. Что это такое? Значит, если мы работающие лидерские уровни считаются, то есть девятый работающий лидерский уровень может быть 29-м в действительности. Поэтому здесь это очень большие деньги в лидерском вознаграждении, вы увидите. Если вначале, может, они еще будут не так заметны, то в дальнейшем, поверьте, это будет очень большая составляющая вашего дохода.
Помимо этого, еще у нас есть три бонуса. Это автобонус, travel бонус и pool. То есть, что такое автобонус? Автобонус начинается со статуса мастер, и это дается автомобиль Mercedes тем, кто стал мастером. Что нужно сделать, чтобы стать мастером? Это вот здесь, вот смотрите, мастер. Нужно иметь как минимум 4 лидерские ветки. Каждая делает по 4000 баллов. И мастеру достаточно делать с командой личный групповой объем 1000 баллов 3 месяца подряд. И вам выдают сертификат на получение автобонуса. Вы выбираете уже цвет автомобиля и потом его получаете. Что такое travel бонус? Travel бонус — это для тех, кто любит путешествовать. Если вы выполняете ежемесячно 6 тысяч личный групповой объем или 4 тысячи личный групповой объем при условии, что под вами уже есть лидер, тогда вам начисляется ежемесячно сумма в зависимости от вашего статуса. Это от 200 УЕ, 250 УЕ или 300 УЕ. 1 УЕ в Украине — это 15 гривен. И еще есть тоже у нас такой бонус, которым очень большие деньги, это пул, где компания делится до 6% товарооборота людям, которые вышли на статус грандмастер пул. То есть грандмастером что нужно сделать? Чтобы стать грандмастером пул, под вами должен появиться как минимум грандмастер. У вас также должны быть еще мастерские ветки. Чтобы стать грандмастером, это должно быть 3 мастерские ветки. То есть здесь идет дубликация, мы говорим, научился стать лидером, научи другого, своего партнера. Стал мастером, это таким образом ты научил 4 стать лидерами своих партнеров и так далее. Поверьте, что здесь это коротко, я вам сейчас рассказала о том, какие нужны, ну, скажем, знания для того, чтобы подсказать кому-то, если не хватает скольки-то баллов, потому что все это компьютер для вас посчитает. Кто-то у нас становится вначале, скажем, может, просто покупателем, ему необходимо сделать 50 баллов, и он будет в системе еще 5 месяцев. А те, кто хочет, конечно, получать вознаграждение, они должны делать 50 баллов, это как активация, это ключ к вознаграждению ежемесячно. Я желаю вам успехов!